Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом ряды бессмысленно убитых росли из тысяч самых немолчащих. Среди последних все интеллигенты, родители достоинства и чести, негодные в работе инструменты для механизма поголовной лести. Подручных поощряет бесталанность, выискивала власть себе подобных. В средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, послушных, незаметных, молчаливых, готовых почитать вождем бездарность, изображать воистину счастливых, по праву заслуживших легендарность. Держава, обессиленная в пытках, еще не знала о потерях сущих, не знала, что количество убитых откликнется и качеством живущих, послушных, незаметных, молчаливых, готовых почитать вождем бездарность, изображать воистину счастливых, по праву заслуживших легендарность.